мы не знаем, где начинаются пределы наших возможностей, до тех самых пор, пока мы не осмелимся сдвинуться с места. И все продолжают жить своей обычной ненапряжной жизнью. Все, сука, ноют, что хотят измениться, но никто для этого ничего не делает. Не имеет значения, где ты начал и где ты сейчас. Важен сам путь, который ты прошел. Ты застрял на полпути к тому, чем хочешь стать. Перестань, наконец, жить сегодняшним днем. Начинай работать над собой будущим. Учись приносить жертвы сейчас. Для себя лучшего в будущем. Твоими регулярными платежами будет боль. Боль – это признак того, что ты исправляешь что-то. Что-то, что раньше было криво в твоей жизни. Перестань, наконец, клянчить у судьбы. Стань человеком действия. Ты должен перестать надеяться и начать требовать. Хорош уже бубнить. О, было бы классно иметь то или это. Сгреби свои дряблые яйца в кулак и сделай это. Вы, наверное, думаете, мне в кайф здесь убиваться. Поверьте, я бы с огромным удовольствием сейчас был дома и смотрел бы какую-нибудь игру по ящику. Просто в конечном итоге я не хочу быть тем парнем, кто только и может что смотреть спортивные каналы и срать в комментариях. Я хочу быть сам участником игры, а время, проведенное здесь, не позволит мне застрять в рядах вечного зрителя. Разница между зрителями и победителями заключается в том, что победители обладают мощнейшей верой в свои силы. Верой более мощной, чем скептицизм всех остальных. Их вера настолько сильна, что даже когда неудачи сшибают их с ног, они тут же подскакивают и делают все снова. Учатся на своих ошибках и делают все еще раз. Что бы ты ни начинал, ты должен искренне поверить в свой успех. Вдолбить себе эту мысль на подсознательном уровне. Иначе ты так и будешь...